кайгырсам, кайгымды тең бөлүшкөн. Ыйласам, көз жашымды арчыган. Апа сен, кайда кеттиң таштап мени, жан дүйнөмдү сыздатып. Мен көбүнчө апа жөнүндө жазам, анан кийин негедир ичимде мындай. Негедир жаз деп эле түрткүлөй берет. Мен жазбайм десем өзүм мындай ойма келе берет, анан кийин тамгалар көрүнө берет көзүмө. Ошолор жазып салам анан. Девочку к нам перенаправили из соцзащиты, ее привезли. Когда ей было от 5 вот до 7 лет, она потеряла свою маму. Мама, мать одиночкой была. Она жила у сестры своей мамы до сегодняшнего момента. Сестра мамы является законными представителями девочки. Однако в июле месяце она ушла из дома. Она не была дома 4 дня. Немеде петалым түбүндө отурдум, анан кийин айландым аяк биякты. 2 күн ошодо калдым, кийин базарда жүрүп короче ушака келип калдым да. Она 2 дня была голодной. Когда беседовали с ней, она нам сказала, что она хотела просто таким образом покончить с собой. Просто она ушла, чтобы покончить со всеми вот этими разборками и так далее. Тебе здесь комфортно? Когда с ней разговаривала наш психолог, вот на первом же беседе, она мельком сказала, что ушла от того, что ее постоянно ее избивают. Вот. Но она это сказала всего один раз, да, и больше она этих слов не повторяла. Ее работа больше заключалась в таком физическом, который требует физическую нагрузку, да? Когда она к нам пришла, она была исхудавшая, там, и она у нее вот это вот постоянно, да? То есть она кашляет, вот такие симптомы. Мы должны еще ее проверить. Малгай тратлем. Уйларда чөптүү баяка бияка кашып чоорукторго түшүп камалат ара айылдарга. Ошентип эме кеч келип анан уйлардагы сүтү азайып неме кылып калды. Кийин анан кийин ошентип мен короче кечигип 6 жетилерде келип турсам, мындай кошунабыз айтат экен эле да, кыз соо эмес дейт экен эле, андай мындай деп ойлойм болгон деп эле ушинтип көрбөй туруп эле айтат экен. Айткандан кийин эми апам менен атам ошонун сөзүнө кирип кетип элдин. Мен айттым, жок мен андай эмесмин десем ишенбеди эч кимсе. Апам менен атамдын ишенишинен да чыктым. Так как она первый раз ушла на 4 дня, законный представитель заявил о том, что ей ходят слухи, что 15-летняя девочка общается и дружит с мальчиками, с большими. Да? Этим самым он хотел вот просто снять от себя обязательства. По его настоянию ее показали гинекологам перед тем, как вот к нам привезти. Вот, что для нас было очень огорчительно. Над девочкой мало того, что столько лет оказывали и психологическое давление, и моральное давление, да, и физическое насилие. Да. Никто не имеет права дотрагиваться до меня, проверять мое тело, да, только из-за того, что вот 4 дня девочка отсутствовала. Мы с психологом просто мы с ней этот расплакались. Проблема насилия у нас здесь, да, она очень актуальна, потому что у нас в основном авторитарные семьи. Диктует отец, как правило, перегибы есть, да. И в том числе раннее замужество, 15, 17, 18, отдают замуж, не считаясь с мнением девочек. Мы не учим девочек говорить «нет», поэтому у нас очень много изнасилований, очень много бьют женщин и девочек во время брака. Вот. И женщина это все сносит, и опять возвращается, и снова сталкивается с таким же насилием. И терпит, терпит, и терпит. Наш общественный фонд «Реабилитационный центр Каниет» прошел регистрацию с 2010 года официально. И с 2010 года мы активно работаем, оказываем реабилитационные услуги жертвам семейного и гендерного насилия по Джалабадской области. В основном к нам приезжают, обращаются только это женщины и девушки, так как по статистике, по официальной статистике у нас каждая четвертая женщина в том или иной степени является жертвой семейного насилия. Да?
Наш кризисный центр очень долгое время, как и другие кризисные центры, работал без каких-либо финансовых поддержек со стороны. По проекту «Жигерду Жарандар» поддерживает USAID. Вот, и вот благодаря им мы закупили сейчас и вот эти вот кроватки. Я бы очень хотела бы прям достучаться до нашего правительства о том, чтобы нам выделили в конце концов помещение. Просто дайте нам помещение, и остальное мы сами себе сделаем. Жакшы жашагым келет. Анан кийин мындай 8, 7, 6 балал болгум келет. Анан кийин балдар менен апа деп ушундай кыялым бар да эми. Мындай өзүмдүн турмушум эми жакшы болушун каалайм да. Ал мен күйөөмдөн сыйлай турган, урматтай турган, урбай турган, ичпейт, чекпейт, эми жакшы жолдо жүрө турган, кызын кадырын биле турган эркек менен күйөөм болушун каалаймын. Мы её не бросим. Мы сами матери. Аламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең кай көлүп, аламда бирден аялзат, ажарылуу эмес сен желик, сулуу эмес апа сен желик.